Дождаться получения своего жилья не могут и тысячи детей-сирот по всему региону. Для 324 из них новоселье было близко, как никогда. Ключи от квартиры они готовились получить в прошлом году, однако этого не произошло. Два застройщика не выполнили свои обязательства, в установленные сроки не были введены в эксплуатацию сразу несколько домов в Иркутске и Шелихове. Впрочем, даже получение ключей от квартир для сирот не значит завершение жилищной эпопеи. На слуху немало историй, когда качество строительства квартир не выдерживало никакой критики. К уполномоченному по правам человека регулярно обращаются с подобными жалобами. Только за последние два года их было 6. Как правило, это коллективные письма. На условия, непригодные для проживания, жаловались жители Ангарска, Шелихова, Тулуна, поселка Усть-Ордынского. Причины обращений, как правило, одни и те же: сырость в квартирах, неисправная вентиляция, дыры в окнах, трещины в стенах.